Борьба со снежными заносами не прекращается, а особенно усиленно работа велась в праздничные выходные дни. В рамках акции «Снежный субботник РБ» по городу были организованы уборки придомовых территорий, проезжих частей и очистка детских площадок. В рамках республиканских мероприятий сегодня проводится у нас в городе Салават мероприятие «Снежный субботник», так называемый. Значит, мы что делаем? Это комплексная уборка территорий, придомовых территорий города. Очищаем от снега проезды, входные группы, кровли от снега, от наледи, от сосулек, уборка мусора. Также прибираемся на детских площадках, спортивных площадках. То есть все делаем, чтобы было комфортно жить нашим гражданам. Несмотря на морозные дни, во многих микрорайонах Салавата неустанно кипит работа. Дел всегда много, и зимой, и летом, говорят коммунальщики. День ото дня снег становится тяжелым, но к такой работе они уже привыкли. Тем более, что результаты труда не остаются незамеченными и придают уют и ухоженный вид дворикам. Проводится очистка детской площадки по адресу речная 1А, как бы, чтобы дети могли играть. Ну, был подход свободный к горкам, к качелям, потому что снега, сами видите, сколько навалило. В планах сегодня убрать все вот эти и освободить подход к детской площадке. На борьбу со снегом задействованы все управляющие компании города, неравнодушные жители, а также спецтехника, которая убирает и продолжает вывозить груды снега из территорий. Зима с обильными снегопадами и морозными узорами на стекле – невероятно красивое время года. Однако свисающие шапки снега и сосульки на крышах представляют собой настоящую опасность. В ходе уборки с козырьков кровельных покрытий были удалены сосульки и снежные наросты. Чтобы снизить риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и облегчить движение автотранспорта, снегоуборочные машины не прекращают работу в вечернее время. Сейчас вы наблюдаете очистку улицы Островского от снежной шуги, так называемой. В данный момент в городе работает 11 единиц техники. Техника работает круглосуточно, это уже вторая смена наша. С утра выходила также 11 единиц техники. Всего на данный момент в городе находилось 22 единицы техники. Были дороги обработаны противогололедным реагентом, а сейчас производится их зачистка. Напоминаем, снежные субботники проходят во всех городах и районах республики. Также в рамках акции проводятся зимние забавы и праздничные мероприятия. Участники снежных субботников размещают посты с фотографиями в соцсетях. Найти их можно по отметке хэштег «Снежный субботник РБ». Итоги акции будут подведены в ближайшее время. Альбина Кашапова, Радмир Загидулин, телекомпания «Салават».